Доброй раницы, Беларусь! Доброе-доброе утро, страна! Катерина Антонова и Татьяна Матусевич рады приветствовать всех на телеканале «Беларусь-1» и спутниковом канале «Беларусь-24». Третий час мы встречаем уже вместе. И напоминаю вам, что вместе мы сегодня встречаем четверг, на календаре у нас 7 сентября. Ну и сейчас прямо из Сочи, где сегодня стартует Кубок Содружества по биатлону, к нам подключается наш спортивный обозреватель Андрей Козлов. Андрей, доброе утро! Доброе утро, Андрей! Да, доброе утро, наша родная Республика Беларусь. Доброе утро, все поклонники биатлона. Поскольку сегодня начинается долгожданный старт сезона, и рядом со мной уникальная возможность пообщаться с Антоном Смольским, я думаю, одним из главных претендентов на победу в этом сезоне. Но я думаю, можно уже говорить об этом смело. Я думаю, и ты настроен после не совсем удачной концовки прошлого сезона. Давай, пока, я думаю, и твои близкие, родные смотрят сейчас нас в телеэфире. Кому привет передадим, да? Я думаю, болельщиков позовем все-таки посмотреть и поболеть за нашу страну. Да, доброе утро, страна. Всех приглашаю к телевизору, а если у кого-то есть возможность, то, конечно, на стадион здесь, в Сочи, поболеть за нас, побыть в этой атмосфере. Передаю привет Динаре, маме и всей своей семье. Супер. Давай немножко по трассе и по антуражу здесь, да? Смотрю, 32 градуса сейчас, не так жарко, как в том году. Но я думаю, для Беларуси сказали 32, это было бы не очень. Вот внутреннее ощущение здесь такое, оно курортное, либо оно все-таки такое спортивное настроенное? Вся атмосфера уже здесь такая серьезная, спортивная. Не скажу, что пахнет курортом, пахнет соревнованиями, поэтому все настроены. Соревнования совсем близко, и сегодня на самом деле не такая жара, как была в прошлом году. И 32, возможно, это даже на солнце, потому что в тени очень комфортно. Ну, ты соскучился именно по соревнованию? Все лето впахивали, вкалывали, проливали пот, и в горах Армении в том числе, и сейчас вот наконец вернулись вот на трассу, да, в такое состояние. Прям есть именно такое, знаешь, ощущение того, что прям этого сильно не хватало тебе? Конечно, соревнования мы уже ожидали и ждали. Вот, и очень много сделали качественной работы, много работали, и хочется уже посмотреть, на что мы готовы. Супер, тебе удачи пожелаем, да, и опять еще раз призову наших зрителей обязательно включать все гонки, они будут показаны в прямом эфире «Беларусь-5», поэтому будет наверняка интересно, и увидимся и у телеэкранов, и в прямых включениях, и вновь передаю привет и хорошего дня желаю всем зрителям нашего телеканала. Вот такой вот солнечный привет. Спасибо, Андрей, тебе большое. Да, как мы поняли, соревнованиями пахнет, но снегом ни разу. Хотелось бы, конечно. Ну ладно, как есть. В любом случае, нашим спортсменам мы желаем огромной удачи. Да, будем сегодня вечером за них болеть. Ну и, конечно, вы поняли, куда должно быть приковано сегодня вечером наше внимание.